Передний бампер на Nissan Micro, Nissan March. Такой вот передний бампер есть в наличии у меня. Сейчас общим планом показываю, после чего буду более детально снимать, более детально показывать. Тот бампер на видео снял, серебристый цвет. Видео вышло на 10 минут, соответственно, этот бампер будет также. Видеообзор будет длиться около 10 минут. Так. В таком вот цвете данный передний бампер. Привозил я его из Эмиратов с Дубая. Там я целиком мини-морду закупал. Ну что, начнем более детально смотреть. Общим планом пока показал. Общим планом еще раз покажу. Давайте смотреть. Начнем отсюда. Вот эти вот есть царапины по бамперу. Там вот здесь вот царапина есть. Ну, по бамперу царапины есть, их очень много, потому что на всех бамперах, которые я привожу из Эмиратов, на всех на них есть царапины, потому что это их царапают телевизоры, отрезанные крылья. Так. Здесь вот тоже царапины есть по бамперу. Так, вот эту сторону я показал. Вам более детально вот эту сторону я показал. Так. Вот эту сторону, правую сторону я тоже вам более детально показал. Так, я вам еще не показал нижнюю часть этого бампера. Решетку вот эту не показал. Да, да, спрашивайте, я здесь работаю. Говорите. Это Grand Heiss поворотник. Нет, Grand Heiss нет, у нас никогда не был. Так, давайте посмотрим нижнюю часть. Есть ли дефекты по этой нижней части или нету? Дырка есть под что-то. Да, да, спрашивайте, я здесь работаю. Николь? Я здесь работаю. Спрашивайте мне. На NX. NX у нас нету ничего. Нету. А вариатор надо на мне? Я понял, да, но у нас ничего не будет. Мы никогда не привозили NX. Не просто Corolla мне продели вариатор. Возможно, я не продавал, никогда опыта нету. Тоже нету. Так, вот здесь вот дырка есть, и вот здесь вот дырка есть. Дырки, они как бы ровные. Скорее всего, они так вместе с бамперами шли, потому что если кто-то бы делал бы, он бы косо-криво бы сделал, а там дырка ровная. Так, вот здесь вот заглушка стоит. Здесь я тоже заглушка стоит. Так. Решетку давайте покажу.
Я изначально думал, что это съемная решетка, но нет. На том бампере, когда я смотрел, она оказалась несъемной. Так, вот это давайте посмотрим. А вот это съемная, да? Вот это по-любому съемная. По ней тоже каких-либо дефектов нету по этой решетке. Теперь давайте посмотрим верхнюю часть. По верхней части я также вижу царапины. Давайте это все посмотрим. Так, вот здесь вот две царапины вижу, здесь вот царапины вижу. Так, ну в принципе и все. Ушло 6 минут, чтобы посмотреть лицевую сторону этого переднего бампера на Nissan Micra, Nissan March. Давайте еще вот так вот общим планом покажу. После чего перейдем уже к просмотру крепления и обратной стороны. Так, сейчас я этот бампер разверну и поставлю. Тут-то вот сломанных креплений нету, без дефектов. Вот здесь вот также без дефектов. Спрашивайте, я там работаю. А тут это тоже без дефектов. Так. Вот это есть. Ну и вот это вот тоже. Без каких-либо дефектов. Все нормально, нигде ничего не сломано. По креплениям. Так. Ну и давайте посмотрим общим планом внутреннюю сторону. Да-да, я слушаю, говорите. Здравствуйте. Нет, у нас нету. Ноуската нету на Nissan Armatino. Нет, нет, тоже нету. Да-да, я понял. Нету, к сожалению. Так, касательно вот этого. Вот здесь вот есть два дополнительных крепления, да? Вот здесь вот два дополнительных крепления есть. А здесь и нету. И следов того, что оторвано, тоже нету. Вот здесь. И такая же ситуация и здесь. Вот второй бампер. На нем тоже вот это. Вот раз, два. Есть. А вот здесь вот следов тоже нету, то, что оторвано. Я не знаю, почему и как, но... Обратите на это внимание также. Нижнюю часть посмотрим. Надпись Nissan 620221HJ0H. Такой вот артикул этого переднего бампера. Ну, в принципе, и все. Я все показал. Лицевую сторону, обратную сторону. В таком вот состоянии у меня есть передний бампер на Nissan Micra, Nissan March.